В Актюбинской области из-за сильной метели закрыта автодорога в сторону Орска для всех видов транспорта. Самые большие неприятности непогода доставила пассажирам рейсовых автобусов. Спецтехника работает в авральном режиме. Спасатели перешли на усиленный вариант несения службы и советуют водителям не покидать населенные пункты до улучшения погодных условий. Тревожных сигналов о снежных заторах и заглохшем транспорте в службу 112 пока не поступало. Все спасательные службы повседневно у нас находятся в повышенной готовности. На сегодняшний день все силы и средства готовы, но во избежание чрезвычайной ситуации, связанной с потерей людей, мы рекомендуем не выезжать за пределы населенного пункта.